Всем привет! Вот они начинаются, эти денечки, когда вроде как хотел выходные просидеть дома, но не получается, потому что у нас дома теперь новый член семьи, и мы немножечко не подрасчитали. Надо купить еды, пойти так, чтобы хватило на завтра, послезавтра, на недельку, короче. Пока к ветеринару сходим, пока другой корм выпишем. Выпишем, купим, не знаю, как хотите. В общем, сегодня хотела вам еще такое... Сейчас поедем, кстати, в магазин. Не знаю, получится заснять или как всегда нет, но мало ли. В общем, что я еще хотела рассказать. Заходила я на сайт Wellberries, да? Накидала себе в корзину там кучу сам, вообще всего чего. И тени красивые заказала, и то, и все. Но, блин, посмотрела в корзину, а доставка 15 евро. Что-то как-то жалко 15 евро доставку. Не знаю, может, там надо еще поразбираться, потому что, блин, столько всего интересного там есть. Кидаю, думаю, пока до этого большого магазина доеду, до косметики вроде как хочется, да? Вот так вот. Так что не хочется платить столько бабок за доставку. Так, ну что, пришла домой, сейчас я вам быстренько покажу, что я купила. Кое-что купила для... Фрей, кое-что для сына младшего. Продукты я уже показывать не буду, это надолго. Опять евриков 30-40 оставили. Вроде как ничего не купили, но что-то купили. Молочка, хлебушка, все как обычно, все как по фэншую. В общем, сейчас покажу не совсем плановые покупки, то, что сегодня не собиралась покупать и купила. Потом сегодня еле сдержалась, чтобы не купить себе сумку, потому что, честно сказать, рюкзак, с которым я сейчас хожу, он просто отвратительный. Его уже давно выбросить надо, но я не могу никак от него избавиться. Вот ношу до победного, пока лямки не отвалятся, ношу. Кстати, собиралась сделать обзор, что у меня в сумке. Но посмотрела в эту сумку и решила, наверное, пока рановато это, пока я еще не готова, потому что в моей сумке могут быть нитки, иголки, могут быть, не знаю, все что угодно там может быть. Там даже однажды у меня был строительный нож, да, для работы нужен был, вот он у меня в сумочке лежал, так что пока что я не готова показывать, что в сумочке. Вот, ну, в ближайшем будущем я это сделаю. Что я ношу с собой, что обязательно мне должно быть с собой. Вот, так что сейчас быстренько вам покажу покупки, и, наверное, на сегодня хватит. Так, сейчас быстренько вам покажу. Смотрите, вот такой вот красавец у меня пришел со школы в пятницу, да. Зашить-то зашить можно, можно что-то залатать, но все равно какие-то они уже... В общем, пришлось срочно в экстренном порядке бежать, покупать какие-нибудь штаны для сына, но магазины уже были закрыты, когда я это обнаружила. Ну, в пятницу он переоделся, быстренько в стирку бросил, и все, я не проверила. Это моя ошибка, конечно. Вот, так что вот, зашла в Максимум, купила вот такой вот свитерок сыну младшему, да, потому что там сейчас распродажи. Помимо распродажи, вот смотрите, ценник, вообще смешная цена, 5,99, и еще от этой цены минус 40%, так что почти даром, да. Такой свитерок, школу одел, побежал, и не жалко, если что, вот такой вот свитерочек, и вот хоть какие штаны нашлись. И, кстати, это штаны находка, потому что в Максиме обычно постоянно эти резинки очень широкие, или приходится перешивать, или еще чего-нибудь, или ремни какие-нибудь там, да. А тут сын померил, вообще просто идеально. И, наверное, придется сейчас зимой термоштаны одевать. У нас, конечно, есть и дутые штаны, ну, когда совсем холодно, да. Но сейчас, когда в машину прыгнул, ну, чисто в школе, знаете, по школе ходить. Вот такие вот у нас тут кармашки. Что его очень обрадовало. Ну, такие обычные джинсики, да. Вот. И цена меня тоже обрадовала. Знаете, не 20 евро, не 30, а 10,99 и минус 40%. Вот такие цены я люблю, честно сказать. Тут и кармашки, и все. И он и присел в них, и все вообще просто прекрасно. Так, ну что, я еще забежала в магазин, который называется Dino Zoo, вот, видите, такой динозоо. Там все... Ну, понятно, да? Все для животных, короче. Оформила себе карту клиента. Не знаю, надо будет или нет. Но на всякий случай оформила. По-моему, она стоила сколько?
€50. Надо всего лишь зайти. Ну, то есть я заплатила уже, надо теперь зайти и ее активизировать в интернете. Так, ну что? Купила я вот такие вот штучки, попробовать фрейчки. Ой, не знаю, мне посоветовали сейчас в магазине. Страшно вообще что-то давать, но кушать что-то надо, пока нам посоветуют, что лучше, да? Вот €11 мне помогли, написали, да? Такая вот пачечка, я думаю, она нам на 2 раза. €11. Вот такие 2 пачечки взяли по 89 центов сейчас на акции. Не знаю, брали, нет, расскажите, как вашим кошкам. Хотя вот именно это для котят. Вот, пожалуйста, написано. Тоже для котят. Вот такие вот наши вкусняшки, наши фрейчки. Потом взяла вот такой вот корм тоже на пробу. Он стоит, кстати, 10,99 килограмм. Я взяла на пробу 100 грамм. Ну, короче, 100 грамм взяла, €10. Ну, для нашей фреечки это много. Кстати, сказали, возможно, его придется немножко помочить, чтобы ей не был сильно жесткий. Вот, взяли тоже, в общем, такой корм. Потом еще за 2,29 я попросила, а нет ли баночки какой-нибудь побольше. Вот такая вот фирма. Для меня это пока что все новое. Ничего такого раньше не покупала. С говядиной и домашней птицей. Видите, написано. Вот такая вот немецкая штучка. Я думаю, здесь нам на раз 5 должно хватить. Такая огромная, если это, сколько здесь, 80 грамм на 2 раза хватает, то здесь у нас сколько грамм? Так, 400. О, на раз 5-6 точно хватит. В общем, это то, что я купила. А, еще я купила €0,9 молочко. Да, специально для нее. Хотя это, честно сказать, сказали не для маленьких котят. Но можно, сказали, не знаю, потому что нам у нас закончилось молочко, такого, как у нас было, нигде не найти в последнее время. Вот, потом еще взяли вот такую игрушечку ей. Мы смотрим, что она за всякими такими штуками бегает. Видите, рыба. В общем, чем дальше, тем больше рыба. Вот такой вот лазер, да? Взяли поиграться, дети пусть играются с ней. Всякие вот эти вот на палочке все есть. Вот. Потом еще забежала быстренько в Дрогос, если кому интересно. Вот такой вот лак себе купила. Не помню, сколько стоил. Недорого. 2-3 евро, что-то такое. Понравился мне и взяла вот такую палетку. 5 евро, по-моему. Что-то в районе пятерочки, да? Так что вот такую палетку взяла и свою любимую фирму гигиенической помады. Но это со вкусом груши. Я еще такую не брала. Так, еще хочу вам быстренько посоветовать вот такую штуку. Когда у вас нет времени готовить, а хочется, чтобы были булочки или что-то такое, то вот мы нашли. Короче, как-то раз прихожу убирать квартиру, да, а там запах просто нереальный. Я думала, вот какие молодцы. 10 утра, она уже булочек напекла. Какая умничка, хозяюшка, да? А потом смотрю, ну я ей говорю, как вкусно пахнет туда-сюда. Она вот, оказывается, пачку открыла, на противень положила, если не ошибаюсь, 9 минут и готова. Или 9 штучек. Не, вру, 15 минут и готова. 190 градусов, 15 минут и готова. Посмотрите, тут разные еще штучки есть. С малиной, с яблоком и рисом, что ли. И с творожной. Я почитала, вроде как ничего, никакой гадости сильно там нету. Просто вот написано «испеки сам». Булочки с корицей. Так что вот Латвия Смазникс мне заплатил за рекламу. Шутка, конечно. Вот, если кому интересно, возьмите попробовать. Это классно, потому что сейчас они вообще стоят 3,99, вот эти 9 булочек, да? Но сейчас акция идет уже давно в максимум почему-то. И стоит всего лишь €99. Это гораздо дешевле, чем покупать булочки, ну, в магазине булочки, да, короче. Вот. Во-первых, можно испечь, когда тебе удобно, когда тебе хочется, да? Вот. И когда нету времени, а хочется чего-нибудь такого быстренького, да? Вот такая вот я лентяйка. Сама редко пеку в последнее время. Раньше пекла, сейчас все вообще ленюсь, невозможно просто. После работы приходишь, какие там булочки, а тут раз запихнул и гатус.
Так что вот такие вот у нас покупочки сегодня. Продукты я уже показывать не буду, я уже говорила, это надолго. Времени нету, надо уже все идти сыну. Во-первых, нужно делать тест, так как завтра школа, нам нужно сделать тест. Быстрый, да? Потом нам надо, ну, как всегда, банные дела туда-сюда, собрать рюкзак. Мы, как всегда, все вовремя делаем. Вот. Соберем рюкзак и все, в школу. И завтра я арбайтен. Так что всем хорошей недели. Всех, не знаю, когда это видео выйдет, наверное, завтра утром, понедельник. Так что всех с понедельником. Уже скоро выходные, так что хорошей вам недели, всего хорошего. Все, всем пока. Спасибо за просмотр.